В одном из наших выпусков мы рассказывали о трагедии, случившейся в Избербаше в мае этого года. Женщина за считанные минуты потеряла практически все – двоих малолетних детей и квартиру. Происшествие тогда получило широкую огласку в СМИ, когда выяснилось, что четверо детей были дома одни без присмотра. Женщина и без того, бывшая в трудной жизненной ситуации, с двумя оставшимися в живых старшими детьми оказалась без крыши над головой. Фонд «Инсан» решил помочь матери-одиночке. Все подробности у Хамзы Нурмагомедова. Женщина не может сдержать эмоции. 6 месяцев назад в Избербаше в съемной квартире многоэтажного дома вспыхнул пожар. В доме находилось 4 маленьких детей. Самому маленькому ребенку было всего 3 года, старшему – 9 лет. Мать одиночки оставила их дома, вынужденная выйти на работу, чтобы прокормить семью. Очень сильно сожалею. Не хотела бы, чтобы так было. Ваше положение на тот момент, ну какое было финансовое? Я работала, обеспечивала детей. Мне была помощь практически ни от кого. В результате трагедии у Наиды погибли 2 детей – 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Старшие сыновья 8 и 9 лет в тот день спрыгнули из окна 5-этажного дома и чудом остались в живых. После этого случая сочувствующие дагестанцы решили поддержать горем убитую мать. Тогда по многочисленным просьбам очень много людей писали в фонд, для того, чтобы фонд «Инсан» открыл сбор, для того, чтобы была хотя бы какая-то помощь для семьи, хотя бы на какое-то первое время. В итоге мы получили такой обширный отклик, и фонд «Инсан» собрал средства, за счет которых мы смогли приобрести жилье для семьи, у которой тогда случился пожар. Всего удалось собрать чуть более 2 миллионов рублей. На эти средства фонд «Инсан» приобрел для Наиды и ее оставшихся в живых детей новую квартиру в центре Избербаша. В первую очередь города Избербаш и вся республика, которые очень сильно переживали, были с вами все это время. И вот показатель того, что жители неравнодушны, переживали, это вот такой подарок, такая прекрасная, уютная квартира. Не ожидала. Вообще не ожидала я такого. Спасибо всем большое за помощь, за понимание. Дай Аллах всем здоровья. Площадь новой квартиры составляет около 50 квадратных метров. Здесь просторно, зал, кухня, кладовая и небольшая детская. Фонд «Инсан» будет и впредь активно поддерживать и помогать одинокой матери. Мы всячески стараемся поддерживать ее, то, что от нас зависит. Сейчас в данный момент такой острый нужды в чем-то у них нет. Хамзы Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Избербаш.